Книга в портрете – знак особого отношения художника к модели. Иногда это не только прославление интеллекта, восхищение познаниями, но и способ признания в любви. Подросток с тонкими чертами, сын художника Титус, захвачен увлекательным чтением. Его полуосвещенное лицо словно экран отображает написанное. Взгляд растворяется в мерно бегущих строках. Ладонь сливается с книжным переплетом. Обаяние молодости, радостная одухотворенность подкупают в портрете Титуса. Сидя в кресле и чуть откинувшись назад, Титус читает книгу. Перед нами яркое воплощение еще не сформировавшейся личности, живущей книгами и мечтами. Он словно озарен внутренним светом. Приподняты тонкие брови, полуоткрыт рот, непослушная прядь волос опустилась на лоб. Свободно падают крупные мягкие кудри. По завороженному, полудетскому, с опущенными глазами лицу бегут золотистые зайчики света вперемешку с бархатными тенями. Сидя в полуоборота, в темной одежде, в широком берете, он читает толстую книгу. Его одухотворенное лицо как бы излучает сияние. Мастер выделяет светом те черты сына, которые напоминают ему о Саске, его умершей жене. Неслышно что-то шепчущее, губы, сдернутый нос, рыжеватые кудри. Во всем сказывается взволнованность, увлеченность, юношеская свежесть, восприятие.